Так, ну чё, всех приветствую. Параллельно понимаем, работает или нет. Пока что проверочка. Раз нажимать, и я его, в принципе. Есть у меня. Заебись. Есть у меня. Заебись. Спасибо заебись. Большое. Спасибо. Заебись. Спасибо большое, что ты у меня есть. Ты меня спас только что от стрима. Пишет, короче, что не удалось войти на сервер Death Stranding. Запуск в локальном режиме. Но у меня интернет не работает, короче, на самом деле. Типа, у меня отключили его за неуплату. Поэтому я не могу, к сожалению, запуститься в онлайне. Не понял. А где кат-сцены? Что за шляпа? Новую игру я должен был нажать. Так, начало новой игры. Игра будет автоматически сохраняться с перезаписью предыдущих данных. Отлично. Так, ну мы не киберкотлеты сегодня. Мы, блядь, не профессионалы. Ну это же шутка, блядь. Ну что ты не понял, блядь? Ну я же на пиратке играю, блядь. Я что, ебанатый его покупаю? Вот, собственно... 5 режимов сложности. Это для совсем сопляков зеленых. Мы это не будем запускать, нам это не интересно. Ну тут как бы уже можно, да, какое-то подспорье создать. Но это же тоже скучно. Вот это золотая середина. Я считаю, как бы середина должна быть серединой. Высокая, как бы, ну уже надо будет потеть. Потеть мне неохота, поэтому как-то тоже не хочется запускать. А вот очень высокая, это прям вообще под-под, поэтому... Как-то что-то даже участвовать неохота. Но в принципе, для погружения в лор, я считаю, хватит и средней. Да, мы начинаем на этом выбранном уровне сложности. Субтитры мы сделаем побольше. То есть, собственно, и едем, что. Кого ждать, да, титьки мять вот эти вот. Вот, видишь, не удалось войти. Ну, что-то с инетом, блядь, не работает, походу. Запуск в локальном режиме. Так, тут у нас просят яркость добавить. Так, выбираем дату рождения. Месяц у меня 7-й. А день 19. Я не знаю, что это дает, но, короче, я уже не первый раз просто эту историю вижу. Что она даст, непонятно. Ну, ладно. Они просто говорят, что раки, типа, что-то там контакт с детьми больше налаживают. А я рак по гороскопу, поэтому будем, собственно, играть раком в эту игру. Так, ну на телефоне у меня тоже, кстати, все хорошо запустилось. Так, высокий уровень способности Doom наблюдается у лиц, родившихся под такими созвездиями, как рак, рыба, кит, дельфин и орион. Ну вот, собственно, я и говорю, о чем, да? Что, раки, орионы. Так, что тут, ну-ка, заставочка какая-то пошла. Звучок. О, как громко, слушай, игру-то будет очень громко слышно. Сейчас мы, да, оп, вот так вот сделаем, да? Чтобы она как бы и шумела, но при этом меня лучше слышно было. Вот.
Я, короче, сегодня не стал готовить ничего, ничем заниматься дома. Я просто приехал, сразу за комп сел. Ну, что хотел поиграть, на самом деле, очень сильно. Вот, прежде чем домой зайти и, в принципе, начать играть, я решил поужинать сходить. Я просто позволил себе питаться всем же, что подряд, короче. Итак, веревка, чтобы притягивать хорошее, палка, чтобы отгонять плохое. Они стали нашими первыми друзьями и помощниками. Где были люди, там всегда появилась веревка и палка. Так, блядь, веревку так кто-то должен был придумать. Она же ниоткуда появилась. И что теперь? Неплохо. Вот это взрыв хороший такой был, наверное. Ебануло конкретно. В смысле, так их два было или сколько, я не понял. Блять, уже третий, охуеть. Что за бомбардировка ковровая? Ну, допустим. Да ёб твою мать. Это сколько взрывов-то было, блядь, сколько можно? Так. О, это Байкал? Я здесь был, кстати. Не, я пизжу. Нифига себе. А, музыка, кстати, классная. Саундтрек этой игры, он достойный, на самом деле. Я потому что хотел на плойке ее купить еще в далекие времена. Ну, это вообще, в принципе, мне вот, я сколько видел игру, да, и сколько в нее играл, и сколько сам заходил, да, так или иначе, все равно я пробовал ее, я даже на стримах запускал. Все вот эти виды, они очень сильно мне напоминают какую-то, я не знаю, не Шотландию даже, а скандинавские какие-то мотивы, типа вот этот мох, Норвегию, короче, скорее всего, да. То есть вот эти вот все виды, вот эта серость плюс зелень на камнях, на вот этих вот, на плитах, очень сильно Скандинавию напоминает. Я помню, как Птушкин, короче, путешествовал по миру, по всяким разным красивым местам, и вот примерно такие же виды были и там, соответственно. Как-то так. Вот, показывают нам титры тех людей, которые принимали участие в разработке. Я бы заткнулся с удовольствием, да, и дал бы музыку послушать, но хуй там плавал. Никто вам не даст ее послушать. Я буду разговаривать бесконечно. Так, что у нас? Норман Ридус тут катается на мотороллере. Я, кстати, заметил такую тенденцию очень интересную. Почти все игры, которые выходили в то время на плойку, да, это же типа эксклюзив для плойки считался, и Days Gone, почти все игры были завязаны на покатушках, на байках, короче, на каких-то странствиях. Не знаю, может быть, я просто в игры давно не играл, но типа они были очень сильно связаны между собой. Так или иначе. Вот такой я аналитик, между прочим, на секундочку. Имейте в виду, имейте в виду. Чё, этот, слышишь, лагает, нет? Залупа вся эта. Нормально идет? У меня просто на телефоне подвисает по КД. Так, мы куда-то приехали. Что-то мы приехали. Скотчем перемотанные коробки. Не, ну Яндекс.Курьер, конечно, охуел, наверное, в этот момент. Он за ним аж птицы гонятся. Он пиццу не свежую везет, а может свежую. Ну с кайфом тогда. Она сейчас не лагает, все заебись. Сейчас геймплей начнет. Опа, нахуй. Голубь насрал на него. Нормана Ридуса обоссал голубь, и он решил надеть капюшон. То есть он говно по капюшону, помимо того, чтобы на волосах размазал, да, еще и по капюшону все. Вот дебил, блядь. Так, поехали. Опа. Что, трансформация мотороллера его происходит? Поехали. Хуя, у него из двух, из одного колеса двое получилось вообще. Феноменально. Так. Что это за Йети за ним там? Черные ладони какие-то напускал. У него, блядь, мотороллер скотчем перемотан. В натуре Яндекс.Курьер какой-то. Весь ушатал. Я по Москве видел такие катаются, короче, по КД. На тебе. Все, разбились камни все. Олени даже скачут, ничего себе. В натуре Норвегия какая-то. Ау, блядь, чуть не наебнется лось же. Давай, давай, залезь. Блядь, там лось наебнулся. Ёб твою мать, пиздец. Бедный лось, блядь. Жалко лося, конечно. На, нахуй. А, пиздец. Птицу убила нахуй. Да какой-то смысл, ты уезжай туда, тебя же убьет тоже за каплями этими. Я, кстати, вообще не понимаю. Вот, ну, типа, сейчас спойлер будет пиздец какой конкретный. Вот он на байке ехал, да, всю дорогу. А мы же пешком пиздошить-то будем. На тебе. Ля какая. Мадемуазель. Че ты ноешь? На нахуй. Она, наверное, поэтому и ныла, что в нее залетел мотороллер этот, блядь, с Норманом Ридусом вместе на пару, блядь. И она расстроилась очень сильно. Разбили ебало женщине, ни за что. Игра начинается с того, что можно бить женщин. Это уже 10 из 10, я считаю, все. Тут стопроцентный плюс. Ёбаный насрал! Вот почему мы пешком идем, все, я понял.
Слушай, ну это помощь лосю, я думаю. Давайте будем объективно честны. Это зато мы спасти можем лося, который, собственно, наебнулся. Он сядет на этот мотороллер, и, возможно, мы... Так как это игра Хидео Кодзимы, возможно, этот лось будет, собственно, ехать на этом мотороллере. Где-нибудь в середине игры мы обязательно его увидим. Так, ну давайте оценим пейзажи. То есть, собственно, холмистая местность, горы, скалы, зелень. Господи, прекрасно. 10 из 10. Все, я официально заявляю, это лучшая игра года. Причем этого. Так, а знаете, что мне вот больше всего интересно? Вот мы бегаем. Так, сканер грузов. Адрадек позволяет сканировать бирки грузов. У каждого доставляемого груза обязательно есть бирка. На один ключевой груз для заглядать что-то там. Я понял, значит, квадрадек, адрадек может нам показывать, куда идти. Красное это лучше не ходить, я так понимаю, да? Но нам-то похуй. Бессмертные. Дорожные пайки. Текс. Давай возьмем. Ну, что теперь? Не удалось войти. Ну, интернет, говорю, отключили за неуплату, блядь. Не работает нихуя. А еще меня бесит, что у меня на полэкрана надписи. Наверное, я... Ух ты. Так не надо было делать, да, наверное. В натуре, серьезно. Да я отвлекся, блядь. Меня ослепила эта большая надпись. Что я сделаю? Так. Ну, значит, пойдем дальше, что? Нет, не надо. Он как-то быстро ходит, я не понимаю, почему. Надо аккуратно. То есть, ну типа, как... Во, отлично, все, мы должны идти спокойно. Зачем нам лишние проблемы эти? Я не хочу наебнуться со скалы, это во-первых. Во-вторых, я не хочу ударить груза, потому что я все-таки хочу заработать 5... Ладно, эти шутки про курьеров, блядь, они такие смешные, пиздец. Их так можно много шутить. Яндекс курьера им играем. Как смешно, пиздец. Ну, блядь, нахуй, киньте репорт на меня, пожалуйста, если я буду про эти шутки шутить вообще. Так, ну, собственно, так, прыжок лазания, пробел, непрерывное лазание. А непрерывное... А нам это надо вообще? Куда ты пошел? Я... Да в смысле? Почему он пошел туда? Я не хотел. Я хотел ящик взять. Я не собираюсь в скале какой-то торчать. Я хотел доставлять грузы. У тебя нет времени, тебе должны поставить 5 баллов, блядь. Въебало тебе точно. Как-то так, мужики, ну что я могу сказать? Все. Сейчас отдыхаем в пещере, все. Как нормальный мужчина должен вечер отдыхать в пещере, я считаю. Будь то скалистая или женская. Ну да ладно, как бы это уже суть не играет толком, да? Вот лучше. О, это тот олень! Он упал в камень. Мы его трахнем сейчас. Блять, какой ужас, нахуй. Слушай, ну его дети лапали. Он какой-то педофил, походу, получается. Что за детские ладони у него на спине? Извините. Так, что за фотография там? Это с него выпало? Я проебал. Я все упустил. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что у него за татуировка? Так, есть сидевшие в чате? Ну-ка, поясните за татуху. Он кто? Он петухом на зоне сидел? Как? Борода классная у него, четко. Сексуальная борода сексуального мужчины, я считаю. Нет ничего более увлекательного и приятного, чем... Что происходит? Ох, ёб твою мать, у него аллергия высыпала. И красная пошла, блядь. Это вода, она аллергенная. Все, я понял. Я его понимаю теперь. Все, это полное погружение в игру. Я тоже, когда хлеба поем, блядь, со мной так же происходит. Ладно, извините. Блин, ну камон. Опа. Не, фотку тронешь, я тебе въебал, Адам, невидимый, блядь. Сразу тебе говорю. Все, иди мимо, давай, все, уходи. Это какой-то злой клиент его, который, типа, должен был посылку от него получить. Не понимаю. Пояснительную бригаду в чат. Не, ну смотри. А, там цветы умирали, когда он шел. Он плохой, получается. Опа! Здравствуй. Тихо, блядь. Заткнись нахуй. Что на этим жестом пока? Я, блядь, и так молчал, типа, какого хуя ты ко мне подкралась, взяла меня за руку и начинаешь мне пальцем тут своим угрожать, мол, заткнись. Тем мало мотороллером по ебалу было. Я тебя устрою сейчас. Только встань передо мной. Ну, куртку, кстати, я бы такую купил себе. Я бы ходил. Я бы в школу. Если бы будь я школьником. Охуел! Сумки не трогай, дурак. Я тебя за эти сумки вообще изнасилую конкретно. Я даже не знаю, кто я. А на вопрос, кто она такая, я ответить не могу, к сожалению. Опа, опа, опа. Кто это был? Он сейчас оленя сожрет. Нет, ладно, он оленя не трогать не стал. Ужас какой. Так.
Ладно, он короче, понял, что нахуй с нами связываться бесполезно вообще. Поэтому... Поэтому не будет. Не будет нас трогать, парень. Так уж и быть. Все отлично. Не, на самом деле пока нет понимания вообще, кто это такая, что мы здесь делаем. На тебе, нахуй. Все, ну, типа, это меня напугало. Ай, как страшно. А-а-а, я испугался. Я в VR-очках в хорроры играл, блядь. Меня уже ничем не напугаешь, камон. Какая-то ладонь на земле, господи. Да вообще поебать. Я что вам, блядь, киберкотлета какая-то, на. Но он заебал ходить. Это, мне кажется, это слишком затянутая катсцена. Уже можно было закончить. Уже можно было сказать, ребята, все, вот вам испуг был, пожалуйста. Остановите землю, я сойду, что называется. Все, он ушел, бля, уходи нахуй. Заебался. Я Норман Ридус. Я убиваю зомби толпами. А еще я в «Святых из Бундока», Бункока, или как там, Бундока снимался, я крутой. Да хули ты ноешь опять? Это бывший твой или что, он тебя преследует, блядь? Какая, что с тобой произошло? Почему ты так переживаешь? И почему ты трогаешь меня? Мы с тобой не знакомы. Я незнакомым людям не даю себя трогать. Что это за призраки там вообще сверху? Господи, как много вопросов. 10 минут игры, блядь, а вопросов уже на книгу, блядь, 300-страничную. Кто эти люди? В какой локации мы находимся? Зачем эта женщина? Кто она? Что? Этот ноид, блядь, еще почему-то. Что? Почему? Мне тоже заплакать или что? Я что-то не понимаю. Объясните, пожалуйста, мне. Что, блядь, происходит? Все, пролог, портер. Парадная, может быть? Кто из Питера? Не, извините сразу. Так, все, вот она поплакала. Молодцы. Подержались за руку в пещере какой-то, поплакали. Полуголые. Замечательно. Спасибо, Хидео Кодзима. Дай бог здоровья тебе. Чё ты меня трогаешь? Ой, бан, извини, но... А, это аллергия у них, понятно. Как на пыль. Угу, непонятно нихуя. Они просто смотрят, молча наблюдают. Так, второй к первой. Кто, блядь, рассчитайся, что мы в строении? Вот именно, объяснись. Да рядом со мной бы ты намокла 100%, блядь, даже в сухую погоду, в пустыне, мне кажется. Это же Норман Ридус, блядь, алло. Фрагили это холодильник по-английски, блядь. Иди нахуй. Правда? Ну да, блядь, я в школе учил его. Иди нахуй. Откуда ты знаешь меня? Уходи, я не хочу с тобой. Ну, конечно. Я, во-первых, блядь, тебя и сделаю мокрой, блядь, даже в пустыне Сахара. Еще и доставлю, блядь. Угу, блядь. Девки, пишите мне, блядь, ВКонтакте. И чё? Сама неси свою сумку, блядь. О, личинки, прикольно. Слушай, она какую-то хуйню несет, что у нее личинки в сумке аж. Я бы с такой женщиной знакомиться не стал. Не зря я руку ей не пожал. Не по масти, я считаю. А, блядь, у меня 7... Какие нахуй блокчейны, блядь, криптовалюты, ебаные, иди нахуй. Баба, которая жрет личинок, которые в сумке у нее лежат, нахуй, я с ней, это не по масти в натуре руку езжать, вы че, ебнулись, что ли, блядь? Конечно, конечно хочу, блядь, я же тебя знаю 10 минут, я уже провел экспресс. Подожди, фрагили это хрупкая вообще. То есть ты только ебалом более-менее симпатичная. У тебя тело как у старухи 40-летней. Ой, то есть 80-летней. Ну, ожидает пусть. Чаевые пусть, главное, заплатят мне, я им принесу. А я не понял, вот... Вот это зонт у нее стильный, конечно. Если она скажет меня подвести, типа подвести, я бы ей на шею прыгнул, чтобы она меня докатила. Она достала зонт. Без дождя, уже когда он кончился. Постояла под ним. А потом через 2 минуты его убрала, блядь. Как удалить ее из игры нахуй? Как сделать так, чтобы с ней не видеться никогда больше?
Че это? А, фотку все-таки подобрал. А в чем прикол? У него фамилия Бриджес, и он... Он работает в компании с названием Бриджер, да, Сэм Портер Бриджер. А это Фрагиле Экспресс. То есть она тоже, у нее имя как название конторы, в которой она работает. В чем смысл вообще, я не понимаю. Кодзима, ёб твою мать, ты гений, нахуй. Ну да, блин. Хотя я чувствую, как не смывается вообще нормально. А, у нее эта хуйня выдвигается. Это очень грустно. Ну, какая-то есть, наверное, потаенная мысль, которую нужно понять. Мы разберемся обязательно. Но я не мог вытерпеть первые 40 минут игры, мне показалось слишком унылыми они. Так, я надеюсь, она мои сумки не спиздила. Индикаторы крови и выносливости. Красная шкала называется индикатором крови. Если она достигнет нуля, Сэм умрет. Чем ниже расположена синяя шкала индикатора выносливости, если... Чуть ниже расположена синяя шкала индикатора выносливости. Если она опустеет, Сэм станет медленнее двигаться, часть подкатится. Интересно. Ну и чё, блядь, где сумки? Шикарно просто. Я все проебал. Гениально. Ну нету там сумки никакой. Ну это странно, конечно. Пока я хожу, выносливость не тратится. Отлично. Так, съесть криптобиота. Нужны для восстановления показателя крови. Саунд пиздатый, конечно. Это стильно. Я споткнулся, блядь. Я балдю. С этой музыки она шикарная. Ну, плюс я еще под Бухиной сижу, так что мне вообще с кайфом. Я буду просто молча идти. Блять! Как я споткнулся. Надеюсь, я ничего не пропустил. Don't be so serious.
Батя паркурщик нормальный такой. Блин, ну по-любому там какой-то кейс лежал, который я упустил. Да ладно. Единственное, обидно, что я без всяких там ачивок и прочей истории играю. Я бы хотел ачивочки пооткрывать. Но мы все знаем, кто такой Габен. Эти слова, к сожалению, произносить вслух нельзя. Опа, 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 опа. Заносят, заносят потихонечку. Ну, здесь... Себя просканируй, придурок. И что, ты проверил его? Что там? А что может быть там такого, что если ты сканируешь, то я могу, ну, типа, залететь в проблему? Так. Ну, что-то я набрал, по-моему, сумок прилично. Ладно. Нормально, слушай. Нет. Не надо. Удержание кнопок. Удержание. Значок F показывает, что вам нужно не просто нажать F, а удерживать эту кнопку. Некоторое время попробуйте держать ее до тех пор, пока терминал доставки не отреагирует. В некоторых случаях вам может потребоваться удерживать не только F, но и другие кнопки. Например, значок 3 показывает, что вам нужно не просто нажать 3, а удерживать эту кнопку некоторое время. Ага, понял. Все, отлично. Мы разобрались. 70 грамм. Нет, 76 килограмм вообще-то. Кило это, а не грамм. Доставить. Доставка запрошенного груза. Ожидаемые лайки 36. Этот потерянный груз нужно было доставить сюда. А как этого передать? А, ну, наверное, я просто нажму ОК и все передастся, да? Да, смотри, сколько много. Окей. Я согласен. Доставить одну или несколько партий умных лекарств. Ну, еще 15 минут вот это будет засовывать. Опа! Ля, какая соска. Ну да. Если ты будешь заниматься сексом со мной, тебе достанется покрепче. Так, ёптель, бля! Курьер нах. Извините, бля. В смысле один из двух? Не понял. Я 4 минимум принес. Отлично. 6% я разъебал? Лишь один или больше. 120. Ебать не лайков. Почему мне столько на Твиче лайков не скидывают, блядь, сколько я здесь заработал за одну такую миссию? У меня аватарка ВКонтакте, блядь, 3 лайка максимум собирает. Тут 120, нахуй. Все, я в этой игре буду постоянно жить. У меня психологическая проблема. У меня нехватка лайков и подписок в интернете. Ебать, эсочка. Эсочка. Это максимальная награда или там надо СС получить еще какой-нибудь? Так, 75 кило. Пройденная дистанция 1,5 километра не учитывается. Тестовые материалы. Тестовые материалы, инструмент. Аварийные запасы, диски с информацией, дорожные пайки. Ну, с кайфом, почти 400 лайков. Я не знаю, правда, что это дает, но... А, ну вот, мне какую-то, короче, шкалу прокачают. И типа, я крутой. Объем заказа. Разное. То есть у меня объем заказа 3 и разное 3. Итоговые рейтинги. Не знаю, короче. Я, короче, там было S, значит, я крутой, блядь, значит, все заебись, значит, все. Можно ни о чем переживать, ни о чем не переживать.
Так, мне какое-то новое поручение с высшим приоритетом хотят дать. Типа, ну я настолько круто справился, что мне уже доверяют крутые авторитетные задачи. Я понял. Кстати, так с первого взгляда не скажешь, что это игра. Обычно ты когда смотришь, ты понимаешь, что ты играешь в игру. А тут, ну типа, такой графоний подсосный, подтянутый, поэтому как-то выглядит очень симпатично. О, ебать, это BMW новая? Или что это? Это какая-то лухари-тачка? Дай порулить. Нихуя себе. О, мы увидели Хидео Кодзиму в титрах. Все, отлично. День прожит не зря. Здорово, Игорь, ёпта. Игорёк, ёбаный. А, он, у него фобия в натуре. А я с хуёв поеду с тобой, блядь. Ты кто такой? Я к незнакомым, блядь, Игоря в машину не сажусь, между прочим. Ну, по крайней мере, бесплатно. За деньги я бы еще подумал, на самом деле. Чё там, чё там, чё там? Ты насрал в машине, что ли? В кабине, блядь, или что? А, там Бэби Бон! Там Бэби Бон будет сейчас. А, не, не Бэби Бон, это труп. Я себе Apple Watch купил, блядь, вот так же будет показывать мне. Когда такие часы уже изобретут? Я он телекинезом, блядь, профессионально заморозил. Ну так что, ты нам поможешь? Чё такое Doom, блядь? Ну тогда Бриджи заключает контракт с Эвел Вордером. Да я не жму руки, блядь. Можешь за ягодицу меня потрогать, блядь, если тебе это подтвердит. Заебись. Бэби Бон, Бэби Бон. Чё они все ноют, блядь? На нахуй. Погнали. Я с кайфом в Days Gone играл, когда за место бензобака вот этот малой был, блядь. Так прикольно было. Типа я за его питательной энергией, короче, управлялся, получается. Питал мотоцикл Бэби Боном. Стволовыми клетками младенца можно много что исправить в этой жизни, я так считаю. Как-то так. А кто управляет? Их же двое всего было. Да, блядь, в натуре это Норвегия какая-то. Курьеры не нужны, блядь. Тян не нужны, я могу еще понять. А вот курьеры нужны. Мне впадлу в магазин ходить, блядь. Они хотя бы из магазина что-нибудь принесут. Ну, кстати, блядь, это же все вот реально вот эта вот вся история с курьерами. Она же вот на карантин так сложилась, вообще пиздата. Потому что в тот момент всех этих курьеров боготворили, что они во время карантина, во время пандемии чуть ли не героями, блядь, и не целым достоянием общественности были люди, которые в пандемию умудряются между квартирами ходить магазинами, снабжать людей продуктами, там вся хуйня,
Это же, типа, ну, было круто, на самом деле. А сейчас в нынешних реалиях, типа, ну, ты такой смотришь, блядь, курьер, ебать, нихуя себе. Это тот школьник, который, блядь, в школе не учился, нихуя тебе, блядь, макароны твои тащит, блядь, а ты на карте смотришь, думаешь, ты заебал, ты долго идти, все, блядь. А раньше это божества же были максимальные, крутые. Все, пиздатый вид, кстати, я считаю. С такой картинкой будем сидеть. Кто вам еще раз хреначил? Темпоральный дождь, выхухоль. Какую-то хуйню придумаю. Вот тогда люди попрятались по городам, а курьеров вроде тебя вознесли до небес. Понимаю. Ну это же отсылки гениальные, блядь. Он по факту так... Это целая эпоха, между прочим. Где? Охуенно же. А чем плоха радуга? О, этот, блядь, испаряться начал. Он сейчас взорвется. Черт. Придется срезать через твари. С кайфом. Игорек, ну ты ёбнутый какой-то, блядь. Я понимаю, что ты серб, но... Не надо так. У меня почему-то ощущение, что я третий здесь, так не должно быть. Я должен полностью вжиться в роль этого парня. Что происходит? Ёпта. Я на полигон по срочке вот так в шишиге ехал постоянно и трёсся. И думал, блядь, туда, куда я еду, меня убьют нахуй в этом месте. Заебись. Вот примерно так же. Я когда на войне воевал, блядь, все то же самое было. Вижу. Тебя. Прикинь, труп еще вижу, вот это. Машину, вон те камни вижу. Ничего. Пиздобол. Я играю за пиздобола, все, блядь. Игра минус 10 из 10, я считаю. Ой, я случайно, я не хотел, извините. Я помешал вам погружаться в игру. Въеби по нему нахуй, чтобы он заработал, блядь. Ты же Игорь, ты же знаешь, как решать вопрос. Что происходит? Все, завелась, колумага ваша. О, да, детка. Яндекс-водитель, блядь, минус 2 балла, нахуй, сразу тебе, блядь. Чё происходит? Почему я не вижу этих монстров? Я понимаю, это особенность моего организма, типа, что я их не вижу. Но... Нахуя они тогда вообще есть? Кодзима просто гений, блядь. Ему впадло было монстров рисовать. Он их взял, блядь, ладонями просто сделал и всё. Ну все, приехали, что получается? Наша остановка. Пора выходить. Что я могу сказать? Почему на телефоне, блядь, не показывает? Ну, кстати, 5 зрителей, это два моих аккаунта, потому что с одного я с телефона стримлю. В смысле, смотрю. А второй это с компа, так что... Нету никаких 5 зрителей, блядь, на этом стриме. Давай, Сэм, вставай. Сэм. Я в тебя верю. Все, я через браузер смотрел. Сейчас я через браузер говорю. По мобильному соединению смотрел. Сейчас у меня будет через Wi-Fi стрим на телефоне отображаться. Я просто смотрю. Так, ну трупешник выпал, и у него ебало желтое. Его Игорь обоссал, походу. Ладно, хоть в рот не выебал, блин. Все, мужика похоронили, считай. Да как ты его вытащишь, блядь? В своем уме его машины придавило. Ты хотя бы... Вот я никогда не понимал вот этих моментов. Ты на глине на какой-то, которую можно спокойно разрушить, выкопать. Возьми, блядь, да подкопай под жопы у него, да вытащи, ёб твою мать. Нахуй ты его тянешь, придурок, блядь. Да ну? Все, постарел. А как их капюшоны помогают, да? Типа, ну капюшон, он защищает, да? Но он типа на лицо же все равно эти капли попадают. Хули они не стареют тогда? Пизда, Кодзима, ты не гений, блядь. Минус 10 из 10, нахуй тебе.
Нахуй ты машину мнешь, блядь? Ты ее чинить потом будешь, придурок. А он из-за Бэби Бона только видит, да, получается? А нахуй мне Бэби Бон тогда, если я и так их вижу, со у меня типа способность есть. Ну все, это игра наебалово какой-то. Пизда. А почему у него череп золотой? Блять, как много вопросов, нихуя непонятно же. Можно какого-нибудь человека, который игру прошел и который шарит? О, призрак. Все, я теперь его видел. Я видел, как он выглядит. Это призрак. Че мне с ногой? Я поранился? Да хули ты орешь, придурок, блядь? А чё толк-то? Только так, если? Ты лох, блядь, даже не выстрелил. Прости. Ну ладно, выстрелил хоть. Не такой уж ты лох, Игорь. Ну это кто такой? Так, ну-ка, малой, нахуй, угомонись, блядь, там. Игорь, ёбаный, успокойся, нахуй. Опять нажрался, блядь. О, всё, пизда тебе. Он ребенка кинул с фразой «беги», типа должен был малой этот убежать, блядь. Он там в этой кабинке нахуй побежал вот так вот, блядь. Далеко убежит, наверное. Ну ты же, блядь, еще только хуже сделал себе. Если бы ты горло себе перерезал, другой разговор. И нахуй мне этот Бэби Бон в нефти измазанный. Для чего? Ну это же странно. Ебать! Да кто такой, нахуй? У него из рук какие-то нитки, блядь. А, там краб летит. Краб летит, блядь, сверху. Прикольно. Я верю этой игре тебе, там краб летел. Какой нахуй краб, блядь. Я в ахуе просто. Хотите прикол, смотрите. На кнопку сейчас буду нажимать и будет весело. Уяк. Уяк. Вот так прикольно. А вот так. А вот так. А вот так. Вот так вот. Заебись. И хуль ты голый разлегся, блядь, на пляжу? Тебе это приснилось? Все, игра закончилась? Ой, блядь, ты че ноешь нахуй? Меня в маршрутке-то эти дети, блядь, плачущие заебывают. Так я еще... О, как ты вылез оттуда? А нахуя у тебя резиновый шланг, блядь, в пузе? А почему я в наручниках и голый? А почему у меня флешки на шее? Все, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, сыночек. Тихо-тихо-тихо-тихо, сыночек. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все хорошо. Все, не плачь, не плачь. Все хорошо. А ты-то хули, блядь? Разреветься хочешь? Че у него на флешках там? Порнуха терабайты, блядь? Весь OnlyFans скачан? В смысле? Он всосал ребенка, и он теперь внутри него? Нет, он снаружи вылез. Килька. Нихуя, сколько рыбы, блядь. Это ж сколько витаминов. Ёб твою мать, он еще и пузо порезался. Господи, как отвратительно на это смотреть. К
Кто прошел эту игру, знаете, он извращенец ебаный, блин. Он самый, самый просто неприятный, душный человек в компании, я считаю. О, господи. Мертвые рыбы, что, блядь? Ну, они... Как сложно, блядь. Я не был готов к таким сложностям. Можно я лучше пойду в Red Dead Redemption 2 поиграю, блядь? Кто эти люди? Ебать, наконец название игры, охуеть. Спасибо, Кодзима. А я и не знал, во что я играю даже. Так вот, я, короче, в ресторан сходил перед тем, как стримить начать, чтобы поужинать просто-напросто. Мне, я заказал зеленый салат, авокадо, шпинат, грецкий орех, масло и все, по сути. И, короче, мохито безалкогольный. Мне, блядь, за место мохито принесли клубничный, а салат принесли пересоленый, что пиздец. Я задал за это 600 или там 700 рублей, а ресторан все хвалили вот этот вот. Я такой, типа, за что я 700 рублей отдал? Я проще бы заказал себе сейчас, блядь, хинкали, похавал с хинкали бы с кайфом, обожрался бы и лежа на диване лежал бы и кайфовал, нахуй. А в итоге я дерьмо сожрал какое-то и отдал еще оверпрайс, блядь. Ненавижу, нахуй, этот ресторан ебаный. Я очень сильно расстроился с ним. Я еще Вике не пожаловался. Надо Вике пожаловаться. Она там работала. Правда, типа хост, что-то типа хостеса. Да ладно. Так, ну я в какую-то... Лондонский мост утонул, я понял. Я так понимаю, я вместе с мостом утонул. Какое-то здоровое тело пролетело. Куча человеков. А почему я должен здесь? Погибая, Сэм может возвращаться к жизни с места, известного под названием Шов. По-моему, туда двигаясь вдоль нити, чтобы вернуть душу Сэма обратно в тело и воскреснуть. А я что, умер? Каким образом? Привет, малой. Ужас, как отвратительно, блядь. Опа! Блядь, Мэтт Никельсон, я люблю тебя. Я обожаю этого мужика, он классный, он пиздатый. Он крутой. Это его сын, кстати. Биг Бой или как? Как? ББ, что такое ББ? ББ. Блок питания, блядь. Банальная бездна или что? Бинокулярные бомжи? Как это расшифровывается, блядь? ББ. ББ это, блядь, бай-бай, нахуй, прощайте. Ебать, он личинок высрал, нахуй. А, я, кстати, знаю, этих личинок жрать можно. То есть он проблевался, их можно жрать, короче. Короче, собираю донаты на вот этого Бэйби Бона, блядь. И мне нужен такой дома, короче. Я нихуя не знаю, должны мне в конце этого стрима на него насобирать. А я обещаю пройти игру полностью за сегодняшний вечер. Но при условии, что вы мне задонатите. 100 миллионов. Сколько дерьмо стоит? Подарочный набор с консолью. Сколько стоит? Да еб твою мать, опять взрывы, нахуй. Заебал, на Донбассе, что ли, нахуй? Какие взрывы, блядь? Извините за шутку, кстати, осуждаю. Она смешная, нихуя не знаю. Объявили мобилизацию, нахуй. Мы все умрем, блядь. Этот год, кстати, для нас всех последний. Потому что ядерные взрывы будут, блядь, через 2 месяца, нахуй, по всей стране и по миру. Блядь, блядь. Удалите, нахуй, этот стрим. Все, никто ничего не говорил. Так, короче, мужики, перекур, блядь, 5 минут, я ебал. У меня надо слишком много вопросов обдумать в своей голове после того, что я увидел сейчас. Да, загрузится текстура игры. Это отвратительно просто. Я в ахуе. Мне страшно, блядь. Что происходит? Просто ужас какой-то. Просто ужас. Один груз. Во время путешествия вы будете находить грузы по разным причинам, брошенные другими курьерами.
выставлять их адресатом в целости и сохранности, вы быстро что-то там. Вообще, изначально, я не знаю, типа, наверное, это связано с тем, что я работаю большую часть времени, а вечером я вынужден пару часов всего на гейминг тратить, на компьютерный. У меня не получается нормально сидеть и стримить, и с кайфом играть, потому что, ну, типа, какой-то груз ответственности давит на меня, скорее всего. Хочется поиграть во что-то там, тысячу всяких вот этих вещей сделать, да, кучу всего. Ну, короче, типа, нет такой возможности прям, знаешь, вот засесть, короче. Я вот много стримеров знаю, которые с утра сели и до самого вечера, блядь, в одно и то же могут играть. Я, к сожалению, так не могу, не знаю, опять же, по какой-то психологическому воздействию на себя. Только выходные, и то не всегда. Вот, короче, поэтому мне тяжело сейчас усидчиво сидеть. Ну, типа, меня уже заебало, на самом деле. Но я бы с удовольствием продолжил играть. Я просто задумываюсь о том, чтобы поставить GTA RP и в GTA RP начать играть прямо сейчас. Ну ладно, мы будем Death Stranding играть, сейчас только покурить скажу.
Короче, мне в моем пред-30-летнем возрасте стримить противопоказано. Потому что я уже старый, уже уставший, блядь, от жизни. Уже пора умирать, мне кажется. Ой, блядь, очко горит, нахуй. Просрался, блядь, раз с этим солянкой. Нормально. Так, чё, нажимаем ЛКМ, поехали. Вот я и проснулся, собственно. Чё, и прикован к наручникам, блядь. Замечательно. Бриджит Бардо. Вот чё-чё, а детский плач я точно сегодня слушать не хотел, блин. Сейчас узнаю. Ты Гильермо, блядь, вообще-то. Никак ты, конечно. Я-то, несмотря на мое имя, ни разу не убирал. Гильермо Дель Торо. Ты так лучше не делай. Я, конечно, не эксперт, но уверяю тебя, это для твоей же безопасности. Видишь? Так я подолезла. Это не наручники. Это суперустройство, которое всех нас связывает. Понял, принял. Смотри. Попробуй прижать его к коже. Вот так. Расслабься. Это просто значит, что тело установило связь с браслетом. Смотри. Он будет держать тебя под круглосуточным наблюдением. То есть не он. Семенную ты ртом брал, мне интересно. Ты возвращенец, а это дорогого стоит. Что стало с тобой, ребятами? Центральный узел уничтожило в ходе взрыва. Настоящий гейм-овер. Теперь это кратер. То есть тот узел, где я сдавал? То место, где я сдавал контейнера, взорвалось нахуй. Все равно не работает. Он бесполезен. Мы всех потеряли. Не только отдел утилизации. Мою команду, штаб, весь Freedom Force. Всех, кто был в центральном узле. Мы с тобой сейчас в столичном узле. Или вернее... Садбери был логичным выбором. Но наш отдел внедрения понес большие потери. Да и за два дня мало что можно успеть сделать. Тут полный раздрай. К счастью, директор и команда поддержки тогда были за городом. Так что руководство не пострадало. Прости, что не даю тебе передохнуть, но для тебя есть дело. Этот отпечаток остался после возвращения? А это отметина откуда? От женщины в пещере. Ясно. У тебя гаптофобия. Кого?
Понятно, почему ты ходишь один. Боишься прикосновений. Я постараюсь это учесть, сэр. Где? Это срочная доставка. Тебе нужно будет отнести морфий президенту. Какого президента? Америки нет. Ты говоришь про мэра центрального узла? Нет, 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 не мэру. Америка жива, Сэм. У президента рак в терминальной стадии. Состояние критическое, но время есть. Почему я? Послушай, сделай, как я прошу, и ты сам все поймешь. А ты сам не можешь. Видишь ли, меня здесь нет. Извини, это лишь хиролиграмма. А сейчас потекут слезы. Реакция на передачу хиралия. Я на самом деле сейчас в изоляторе, в большом треугольном здании. Так, вот морфий. Бриджес заключает контракт на доставку с Сэмом Портером. Да ладно, у вас же там есть морфий. К чему все это? Скажи правду. Правда в том, что последний президент Америки хочет тебя повидать. Неужели ты откажешься? Какая запутанная и длинная история. Хорошо. Буду ждать тебя в изоляторе. Ну, жди. Если я отпускаю, он и его отпускает, соответственно. То есть мне в зажатом ЛКМ надо бегать. Необходимо доставить в изолятор морфин для немедленного введения президента. Охуенно. Морфин спинирован. Ты точно взял все? А чё, не все? Мне говорят, что я не все грузы забрал. Ладно, все забрал. Так. Поставить метку. Ну я ухожу. Зачем ты мне? Мне он в то треугольное здание. Ты же сказал, что я ничем не спутаю. Конечно, если у тебя есть место назначения. Че, время отображает, сколько я должен бежать? Здания старые. Я в Fallout New Vegas зашел или во что? Она? А тогда, конечно, не уехали бы и мы. Все. Мы выполнили задачу. А ты сам, блядь, донести не мог.
Козел. К сожалению, боюсь, что... Сэм, это я, Дэдмен. Ты же сказал, что учтешь, блядь. Все, мы справились. Какая-то четырехэтажная пицца есть, нихуя себе. Сейчас похавать закажем. Все. Пока пицца не приехала, будем играть. Лайки отправителя. Так, ну мне, короче, накидали лайков за то, что я просто 2 метра прошел, но я считаю, что типа такое даже рассматривать не надо. Отлично. Не знаю, к чему это привело, конечно. Да ладно. Президент. Миссис Президент. Ля, вот это в маске мне, кстати, очень понравился, мужик. Это правая рука президента. Директор Бриджеса. Да, Харман. А, ты был в Бриджесе один? Дай Хартмен. Умри тяжело, мужик, типа, что-то такое, блядь, серьезно. Ля какой. Сколько прошло, сэр? 10 лет. Ну надо же. Собрались вместе, бессмертные вороны. Ну что ж, я тоже рад тебя видеть. Президент ждет. Руку не тянул, значит, он понимает, кто я, блядь. Ладно, хорошечно. Она немного не в себе, но тебя-то она должна узнать. Угу. Понял, принял. Она же отъедет сейчас. Мы оставим вас. Сэм, я знала, ты вернешься.
когда у тебя мать президент, а ты работаешь курьером, это, конечно, ну что-то ты ебать как поднасрал в своей жизни, блядь, мне кажется. У меня сестру Амелия зовут, кстати. Ты помнишь, она ушла назад. Путь занял 3 года. Она хочет отстроить. Они забросили эту идею. Я хотела отправить тебя, сын. Время на исходе. Помоги, ты ей нужен. Мать, не заебывай. Не хочу никому помогать. Вместе вы восстановите связь. Объедините Америку. Сэм, если мы не объединимся, человечество обречено. Но страна нам больше не нужна. Нужна, иначе у нас нет будущего. Нет, Америке конец. Бриджит, ты президент пустого места. Сэм, послушай. Волки с Уолл-стрит была, кстати, такая же примерно сцена. Тёлка беременна, это сестра его? Бля, как у меня кисти вкусно пахнут, пиздец. Только запах прям от кисти, так все, мать сдохла. Блядь, какой пиздец. Мадам президент. Доктор, помогите нам. Все, мать сдохла, блядь. Это грустно. Это прискорбно. Мне сейчас еще мать дадут отнести куда-то, блядь. Да я наебал, я знаю, что сейчас ему ее отдадут, блядь. Это смешно было. Сэм, перед смертью президент заключил с тобой контракт. О чем ты говоришь? В качестве члена Бриджеса ты поможешь нам всем восстановить Америку. Ты хочешь меня завербовать? Она уже пыталась. И у нее получилось. Взгляни на свое запястье. Если уж это не символизм, то я не знаю. Директор,
рак распространился по всему ее телу. Изъятие органов исключено, и проводить вскрытие нет нужды. Тело нужно кремировать, пока не начался некроз. Иначе от нас тоже останется один кратер. От меня то, что требуется. У нас сейчас нет ни одного курьера. А твои знакомые из отдела утилизации погибли. Но тело президента нужно сжечь. Выплеск разрушил дорогу, которая вела от столичного узла к крематорию. Теперь добраться можно только пешком, по горам. Но плотность хиралия там зашкаливает. Значит, там твари. Нам нужен особый человек. С думом. Возвращенец. То есть я? Почему? Тебе только что объяснили, долбоеб. Ты уже один из нас. А теперь за дело. Сэм Портер Бриджес. Ну, вот так и бывает, в принципе. Что теперь? Чтобы труп собственной матери на спине тащить куда-то, чтобы сжечь. Это гениально. Кодзима гений, бля. Да. Без нее Бриджес тоже исчезнет. Слушай. Ее кремацию нужно провести в строгой тайне от всех. Ну, допустим, а дальше? Кто займет ее место, смирись. Америки больше нет. Сэм, Америку рано хоронить. Он сказал, она умрет вместе с Бриджес. Для нас она умерла. Но Америка достойна иметь президента. Что-что, поговорим об этом потом. Сейчас главное — довести до конца дело, начатое твоей матерью, и отстроить Америку по ее заветам. Для этого и существует Бриджес. Сделай первый шаг, Сэм. Доставь тело президента в крематорий. Если мы все не объединимся, человечество обречено. Я хотел отправить тебя, Сэм. Времени не осталось. Я люблю тебя. Буду ждать тебя на берегу. Он расположен на юго-западе. Учти. Придется пройти по территории тварей. Мы построили крематорий высоко в горах, чтобы содержащийся в дыме хирали не шел к городу. Будет непросто поднять туда тело. Ну это же мать моя все-таки, что? Ну выбора нет. Тебе удобно там, мам? Ладно, извините. Гага, блядь. Гага, Бен такой ублюдок, нахуй. Сейчас не купить ни одну игру, блядь, в Стиме. Это, наверное, одна из причин моей игровой потенции. Ой, опять что интернет отъебнул. Да я по голосу понял, что это ты. Более-менее. А я последний раз, когда... Я помню, что я тело относил, но я не помню для чего. Тебе, что при важна каждая минута. Да я и так бегу, заебал. Ебать, у меня очки какие-то есть.
Что-то строить еще могу, блядь. Я что, в Майнкрафте, нахуй? Так, окей, куда мне надо идти? Добраться до крематория будет очень непросто. Ты можешь перемещать и наклонять карту, чтобы лучше рассмотреть местность. Попробуй подыскать оптимальный путь. Для этого заказа мы подготовили несколько рекомендованных маршрутов. Но в итоге выбор за тобой. Действуй, как считаешь нужным. Угу. Что за лаги, блядь? Что за хуйня? Почему лагает, блядь? Make America Great Again. Мать током шандарахнула, по-моему. Да, ладно, что бывает. Да, всего доброго, до свидания. Че, я правильно иду еще, нет? Блять. Мне послышалось или нет? Кто-то, блять, сказал. Не, ну эти камешки надо обходить. Иначе я споткнусь нахуй. О! Я хочу это взять, подожди. Понятно. Игра меня наебала. Бля, главное, мать не уронить, я считаю. Что это значит? Пойдем посмотрим, что это значит. Блять, мать, не урони только нахуй. А, это метка. О, Игорь мне тут лестницу ебанул, нихуя себе. Че, въебем ему лайк? Вот, столько тебе лайков, нахуй. Игорь, я тебе лайков въебал, спасибо. А это мои лайки или... Я трачу свои лайки на это. Бля, в мультиплеерной она выглядит... Она лицухи выглядит интереснее в том плане, что там с мультиплеером завязано же много. А может прикол в этом? Bones. Жалко, это не тот Bones, которого я знаю. I'm
Блять, почему они это сделали так, чтобы музыку можно было слушать всегда? А не только в самой игре. Мне он туда надо. Но мне вот сюда надо. Там по-другому не подняться никак. Да похуй мне, что этот сканер говорит, блядь, чтобы мне тут не залезть никак. Здорово, Никит. Привет. Я вчера тебя в Стиме не увидел, хотел в Форест с тобой поиграть. Но тебя что-то не было вчера, поэтому я в Павлов зашел на часок. Потом вышел. Я хотел пати собрать на Форест, хотя бы человек 3-4. Ну, что-то как-то пошло не так. Тебя не было, а без тебя я не хотел играть. Поэтому играю в Dead Stranding. Ну, я типа мать сожгу и выйду нахуй, потому что что-то как-то это... Я устал, блядь. Я уже старый для этого дерьма. Пока новогодние праздники не начнутся, я хуй нормально стримить буду, потому что сидеть сутками за компом на работе, блядь, а потом еще и дома сидеть за ним, меня это выматывает, на самом деле. Не, обессудьте, конечно. Я очень признателен тому, что у меня как минимум есть два постоянных зрителя. Меня, на самом деле, меня только это заставляет вообще перед компом сидеть. Я бы сейчас какой-то другой хуйней занимался, на самом деле. Надо на ВАЗДе начать стрим запускать с сериалами. И сериалы смотреть. Но вы на Твиче меня смотрите, поэтому приходится стримить здесь. Ну то VR работает. Не знаю, что так как-то это. Как-то впадло вообще все это делать. Изначально стартанул с эмоцией прикольной, а теперь уже, блядь, вообще не стоит нихуя. Слушай, ну я дошел, кстати. Завтра, если ты будешь свободен... Блять, а завтра я... Я хотел завтра с девчонкой с одной... Мы, короче, я тут с девочкой познакомился. Мы с ней забухали сначала, в кальянке посидели, покурили, пообщались. Я с ней пообщался, познакомился. Она произвела на меня впечатление. Потом я ее, короче, позвал еще раз. К себе. А она приехала ко мне в гости, мы с ней покушали, посидели, там пиццу заказали, всякой херней позанимались. И, короче, скачали It's Take Two и вдвоем катали It's Take Two, проходили. Почти половину прошли. А на третий раз, когда я с ней встретился, я ее выебал. Вот. И, типа, короче, такая история приятная. Вот. И я обещался себе, пообещал, что я в среду, короче, с ней буду это... Завтра, то есть... Продолжать прохождение. Ну, не знаю. Получится у меня, не получится завтра. Я, короче, не знаю, блядь. Я уже что-то это... Я так устал от этой жизни, блядь. Хуёво одному жить. Я вот когда с Викой раньше жил, у меня была цель просто, чтобы... Она себе ни в чем не отказывала и ни в чем не нуждалась. Вообще-то я себе для нее типа, просыпался и все делал для нее. Поэтому... У меня был какой-то стимул, короче. Да, он был уже. Ну, такой, на самом деле, если честно. У меня вся шея исцарапана, блядь. И на левой ягодице, блядь, шрам, потому что мне ногтями. Ногтями воткнули. В сраку, блядь. Такими, нахуй. Там ноготь вот такой вот, блядь. И прям в очко мне, нахуй. Ладно, не в очко, в булку. Чё, кремируем, конечно. Конечно, кремируем, мать. Вот. Я хочу с ней завтра пройти просто ее, потому что она как бы умеет играть нормально. И с ней интересно.
в этом плане проходить. Она, кстати, она тут сидела в этот, в Overwatch играла у меня дома. Я ебать охуел, она там раздает по ебальникам еще конкретно с какой-то там тёлкой, которая снайпер, типа. А в душе не ебу, как их зовут, там, этих персонажей. Но было весело. А, молодец. Но, блядь, я не вижу ее в отношениях с собой, потому что, типа, ну, не знаю. Мне кажется, не то, что даже она мне не подходит, а, типа, ну, я не ее типаж немного даже. Типа, ей со мной скучно будет. Ну, это уже отдельная история. Даже не то, что скучно. Нет, со мной скучно не бывает, особенно, когда ты со мной время проводишь долго. Это я здесь перед вебкой просто занимаюсь тем, что я не хочу делать, условно говоря. Потому что, типа, ну, я подустал уже. Мне этот компьютер заебал еще на работе, нахуй. Вот. Я так чисто по пизделке могу устроить здесь, там, поговорить. Но мне нужен, типа, человек, который будет со мной общаться в чате. Потому что сам с собой я не умею разговаривать. Да не буду я никуда возвращаться, иди нахуй. А что там во втором? Посмотри, что в сумке, заебал. Посмотри. Хорош. Бэби Бона? Нихуя себе, Бэби Бона. Я не дам его сжечь, блять, это мой Бэби Бон. Как же, в каком журнале, нахуй? Он умер. Его не починить, а вне капсулы он не выживет. Можешь жалеть его сколько хочешь. Решение принято. Утилизировать. Директор подтвердил. Ну я не буду сжигать ББна, блядь. Бен, он как Габен. Хочу. Я себе, короче, четырехэтажную пиццу заказал сейчас похавать. Потому что этот ресторан меня вообще не впечатлил, нихуя. Да и плюс, как бы, ну, я взял сыроедческую пищу. Салат ебаный, блядь, со шпинатом, нахуй. Из не брокколи, а это как она, блядь. Что там, шпинат? Короче, там трава ебаная какая-то. Пошла она нахуй. Сейчас меня эти еще терроризировать будут. Приятного аппетита, кста. Давай, кушай. Сэм, ты меня слышишь? Нет. Да все по кайфу. Их тут до хрена. Видимо, от тел, которые вы не успели доставить в крематорий. Но ничего не попишешь. Сможешь переждать дождь? Нет. Они приближаются к моей позиции. Нужно уходить, пока меня не заметили. Сэм, если тебя съедят, произойдет выплеск пустоты. Ты-то, конечно, вернешься. Но от округи останется один кратер. Это Type-C был? Или что, мини-джек? В малого мини-джек воткнул. О, давай, Мэтс, расскажи. А что ты в крови есть? Все, похуй. Правильно, въеби по малому, чтоб заработал, нахуй. Теперь он мне будет показывать этих монстриков.
Давай, малой, не выебывайся. Все, нахуй, работаем. Работаем. Но не сегодня. Да, как именно, неважно, поэтому я выйду вот так вот, нахуй. На сегодня все. По крайней мере, с этой игрой. Зато будет другая сейчас. Я пойду покурю. И приду. Единственное, что меня бесит, блядь. Я ее скачал, чтобы компендиум посмотреть. Ну, я ММ стартану, поэтому я салат. Не обессудь. Сложно. Я хочу вспомнить, как это с дебилами играть. Слушай, ну, блядь, это хуево, что у тебя аппендицит. Это неприятная история, на самом деле. Я, короче, доту скачал для того, чтобы поиграть... Какой поиграть, нахуй? Просто посмотреть на компендиум, который вышел. Вот. И компендиум меня вообще расстроил. У меня, типа, были бабки, чтобы на него потратиться и купить тысячный уровень, чтобы мне прилетела вот эта, как минимум, штучка. Которая... Этот Аегис этот ебаный. Ну, типа... Я такой на арканы посмотрел на все эти и понял, что это полная шляпа вообще. И очень сильно расстроился. Он до туда не заходил. Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Какого хуя? У меня микрофон не работает. Заебись. Ой, блядь, сейчас надо все настраивать нахуй. Ненавижу, блядь, переключаться. Микрофон. Какого хуя эти микрофоны не стандарт?
купи мне тоже. Это если про корабль вот этот вот, типа совместная история, я тоже хочу вот поиграть. Молчание. Раз, 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 раз. Бля, вы такие демоны ебаные. Алло, бля, а чё вы взять ничего не могли, что ли? Кого я хочу? Хускар, нет. Престолбэк отпадает сразу. Слардар меня заебет. Кого я хочу? Я хочу Блудсикера, нахуй. Молодые люди, здравствуйте. Каким образом вы компендиум купили в нынешних реалиях? Никто его не покупал еще. А что не так? А что случилось? Или вы казахи все? Блять, серьезно, я в игру не заходил месяц, блять. Извините. Подписывайтесь на мой OnlyFans. Я выкладываю фотки своего члена. Мне похуй, я их тоже покупаю, что хочу. Понимаю тебя тогда. Все в порядке у тебя. А мне, как жителю Российской Федерации, возможно появиться в твоей стране? Скажи мне. Нет, запрещено законом. Это очень грустно. В Эстонии живет девушка, в которую я влюбился недавно. И, к сожалению, видимо, я ее никогда не увижу. В Эстонии живет девушка, которая меня бросила недавно. Ну ты лох, получается. Сейчас бы расстраиваться, потому что тёлка бросила, я вообще не понимаю этого. Тебя в доте тёлка бросила, тогда тем более. Натуре, нахуя эти тёлки, блядь, когда есть мужской, блядь, сексуальный секс, мужской. Натуре, блядь. Не, ну типа, я, короче, хотел денег в компендиум задонатить, чтобы купить эти, блядь, вот эти все предметы пиздатые, там все дела. Но, короче, обосрался жидко, нахуй, потому что арканы полное дерьмо, блядь. Пиздак. Ебать ты щёлкаешь ебалом, брат, конкретно. Понимаю. Нет, не можем. А почему ты такой токсичный? Ты не можешь проявить дружелюбие к своим союзникам? А тебе не нравится мой голос? Тебе не нравится мой голос? Он же приятный. Ну так и есть. Но почему тебе из-за этого может нравиться? Ну, я же этого не отрицаю, ни в коем случае. Так почему не нравится-то? А с чем это связано? Я не понимаю. Ты можешь объяснить? Куда? Я здесь еще стою на линии до сих пор. Я никуда не выходил. Я еще здесь, брат, если что. Если что, размучивай, общайся со мной, с удовольствием поговорю. А я не помню, как на Блудсикере играть, кстати. Как у него пассивка работает? Не, кстати, Вайпера уважаю за честность максимально. Типа, ну, положительный, абсолютно максимально порядочный человек. Сразу видно, дружелюбный, позитивный и, собственно, компанейский парень. Ублюдок. Натуре, блядь. Я в твою страну бы вторгся с удовольствием. Если бы твои... то отверстие промеж твоих ног было бы страной, я бы с удовольствием вторгся бы в эту страну. Да это я помню, это я помню. Я имею в виду, как пассивка у меня работает. Я же...
натуре, в натуре, блядь. Да хули он, блядь, попущенный лох. Ой, в смысле, этот, я про Вайпера говорил. Я и забыл, зачем я в Доту играть начал, блядь. Вот как раз таки ради этого. Давай не будешь драться со мной. Братан, меня вот это компанейское дружелюбное товарищество, блядь, нападает на меня по КД. Въеби ему нахуй по голове. Не трогай алхимика, трогай его, блядь. Уебище ебаное. За что меня насилуют сексом? Хорошо. А, не успел. Ладно. Ну, покошмарим немножечко. Блять, братан, ты стоишь против хиллера, нахуй, на линии. Я же у тебя крипов буду пиздить. Вот и все, я похилился. Ты мне кислотой нанес меньше, чем я нахилил сейчас. Слушай, если ты стрелой в Дивойера попадешь, мы его трахнем в рот. Я в тебя верю, брат. До последнего, я в тебя верю. Ну, я в тебя верил, так или иначе, знай. Ну смотри, они пол хпшные, кстати. Их трахнуть, типа, как нехуй делать. Да нахуй ты это сделал, блядь. Видел, я его харасил, сука, он мало хп. В натуре, ебать, нахуй ты так делаешь, блядь. Ты пиздец, в натуре, блядь, я тебя в ахуе вообще просто, блядь, даже нахуй на ровном месте бы не воспринял после твоих действий, блядь. Нахуй ты так делаешь, блядь. А чё они светятся зеленым? Чё за флаг? Ой, хорош! Нормально, нормально, покоцали. На, въебало тебе еще. Красавчик, блядь, типа, тупо тебе красавчик, молодец. Ты старался, я в тебя верю. Да ладно, как бы, ну пососу. А у тебя сосать или у кого конкретно? Можешь конкретно поставить вопрос? Бля, я на кнопку случайно нажал. Он меня тоже замутил, походу. Все, они надоели, они не хотят со мной разговаривать. А почему ты меня хуесосом назвал, Клинкс? Я не понял. Че я тебе сделал? У тебя какая-то неприязнь ко мне, возможно, или что? Вот когда меня мутят в доте, все, мне становится максимально неинтересно играть, потому что, типа... Бля, ну почти. Главное про веточку не забыть. Я, короче, тут вообще же во все тяжкие ударился. Я, типа, с тёлками в социальных сетях знакомлюсь, приглашаю их куда-нибудь в кальянки, там, отдохнуть или еще куда-нибудь, пока бабки есть. Я, короче, встретился с тёлкой. Она фигурой 5 из 10 наебала, она 3 из 10, потому что она косоглазая, короче. Но потому кто она и что она 12 из 10, потому что она дочка заместителя, блядь, начальника областного ГИБДД, нахуй. Я в ахуе просто прямо сейчас нахожусь. Типа, у меня есть возможность ее трахнуть в рот, блядь. Нормально, красавчик. Ну, прикинь, да? Дочка замначальника областного ГИБДД, блядь. Кого я нахуй, куда я попал вообще, блядь. Я если с ней жить буду, блядь, я буду мажором, нахуй, миллиардером, блядь, в своей жизни просто. Но она страшная. А по любви, без любви не хочу встречаться. Хочу быть честным. Да, блядь, в натуре. Я отцу, если про это скажу, он вообще меня убьет, нахуй, потому что... Да не, ради галочки не хочу. Я трахал... Знаешь, в чем прикол, блядь? Я когда молодой был, я только мажорок ебал. Причем я вообще даже не старался, типа. У меня все тёлки, с которыми я встречался, когда только начинал вообще свою деятельность в отношениях, я встречался только с сексапильными топ-моделями, блядь, мажорками ебаными. Я причем даже не старался вообще. То есть я просто тёлку видел, я к ней подходил просто слово за слово, и каким-то образом она уже в отношениях со мной была через пару дней. И я такой, типа, ну ладно. Да сейчас будет шестой, мы их разъебем. Я вообще предлагаю гангануть кого-нибудь, типа, пошли на топе, поможем. Есть у нас варик такой? Или рано еще?
Кто покупает вот этот предмет на блутикера, долбоёб, я сразу тебе говорю, блядь. У них Девойер пятерка, блядь. Это пятерка бегает. У них Девойер пятерка, держу в курсе вас всех. Хорош, ты стрелой попал на миду? Ну, так или иначе, ты убил, так что ты красавчик. Но ты мне нужен здесь на линии, они начали наглеть. Стрелой кидайся, кидайся стрелой вот в этого бомжа, блядь. Ну, почти. Ну ты бес ебаный. Ну мне надо, чтобы крипы под вышку подошли. Опасность! Девор меня убить хочет! Какой ужас, блядь, какой ужас. Да в смысле, блядь, два из двух проебал. Ну я типа, блядь, не знаю, короче, ну так опасно, блядь. Я в эти игры не люблю залезать, потому что это опасно реально. Это реально опасно. Прикинь, ты ее трахнул, блядь. Это же потом все. А я же на нее впечатление произвел. Она же мне сама написывала, типа. Сейчас уже не пишет. Но раньше написывала. Ах ты, ублюдок. Ладно, я понял. Я на базу ушел. Вот, как-то так. Ладно, я просто залупаться не буду. Я, короче, не знаю, Никита, я тебе рассказывал, нет? Я потому что стримы с прошлых выходных не запускал. Сегодня же первый день, когда я стримлю, блядь, с прошлой недели. Я, короче, сдал хуй вот гору анализов. И мне, короче, сказали, что у меня не целиакия. И я могу жрать все, что по сути можно, блядь, скорее всего. Я пиццей обжираюсь, пиздец, короче. Я ем только мучное сейчас, нахуй. Я ем сладкое, блядь. Шоколадки, твиксы, сникерсы, марсы, блядь. Все подряд. И я так себя с кайфом чувствую, что пиздец. Так, через 10 минут приедет курьер. Замечательно. Замечательно. Мне до ульты остался один крип. Я, в принципе, могу гангануть. Все, у меня есть. У меня есть ульта. Будем драться, не? Бля, у нас вайпер чмо ебаное, нулевое. Не может задонать даже нормально. Нет, не тпшься на бот. Мне сейчас прилетит тп, пошли на топе, поможем. Да, босс. Спасибо, брат, за поддержку. Ух ты, уебище ебаное, на Девойере, блядь. 5 секунд тп у меня, когда не пались пока. Найс. Изи 30 голды заработал, блядь. Я на мид иду Хускара ультовать. Ты готова, уебище зеленое? Хули ты ржешь, блядь? Понял тебя, понял. Да он меня видел, блядь. О, нихуя, тут деревья порезали, походу, нет? Мне похуй, я... О, Баланар, в тройке. Пошли его трахнем в рот. Да мне похуй, я уже спалился. Хорош.
Блять, меня ебут. Меня ебут, мужики. Меня ебут. Пизда, на вайпере уебан нулевый нахуй. Стоит, вышку ковыряет. Сын говна ебаного. Пизда, блять. Дебил ебучий, сука. Хорош. Вот на виверне, красавчик, блять. Все сделал по-мужски, чисто, по чести, блять. А мне вышку сломали на боте, блядь, пока я ебалом щелкал ходил. Ну ладно, чё. Зато у меня ульта 70 секунд, КД, мне похуй. А скорость атаки повышается от пассивки, не? Только передвижение, лечение... Больше ничего. Я ебать на тёлок за последнюю неделю 10 000, наверное, потратил. Прикинь, за все время, блядь. Сколько с ними встречаюсь. Охуеть. Отрахнул только одну из всех, с которыми общался. Они сейчас, видимо, все хотят, чтобы, типа... Раньше же как можно было? Да и сейчас, наверное, можно в первый же день трахнуть их, но, блядь, надо быть другим человеком. А мне приходится, блядь, на второй день их только трахать, они в первый не дают. А раньше давали. Ну, там, правда, кикимры тоже были, блядь, такие посредственные. Бля, уёбище на вайпере, сделай ты сейф ТП на то, блядь, да помоги пацанам, ты уёбок, блядь. Пойдём. Ага. Ну, у меня есть, зато пойдем. Ой, хорош. Пизда. Да-да-да, иди нахуй, сын бляди ебаный. Смотри, я уже готов. Я буду это делать, пока он не реснется, блядь. Овощи ебаный. Нам бы его трахнуть, блядь. У меня 8 секунд ульта. Если ты обойдешь в спину его и начнешь его пиздить, тогда можно что-то сделать, Клинкс. Да ты меня в мут кинул, скорее всего. Он меня от ульты спас. Ой, блядь. Понятно. Баланар умер, надеюсь. Да, умер, хорошо. Ну, Хускар тоже должен умереть. Нет, он... Бля, какой он красавчик. На Хускаре им балансный парень играет. Блядь, Дивуэра почти убили. Спасибо, что дали похилиться. А Хускар же бесполезным становится, если у противника БКБ или нет? Hmm.
овоща, кости даже нету, блять, он пушит один на один. Ему сейчас Балонар пизды даст. Ух ты. Заткнись. Просто заткнись нахуй, ничего не говори вообще, блядь. Да в смысле, блядь? Зато деньги не потерял. Неплохо. Косарь заработал на изичек. Просто команда уебанов в очередной раз. Ой, иди нахуй, за что, блядь? Нихуя ты бес ебаный. Нету. Ой, блядь. У них вард здесь, у них здесь где-то вард стоит. Да иди нахуй. Охуенно, на 15 хп съебался. Спасибо, Миран. И тебе спасибо. Чтобы на базу не идти, надо похилиться об крипов, я думаю. Опа. Это мое. Но у меня есть ульта, я могу дать ее. Вот уебище ебаное, блядь. Не, его не трахну сроду. Дивойра бы трахнуть, блядь. Да будет так. Я красавчик, я считаю. Я профессиональный киберспортсмен. Бля, меня ебать в рот хотят. Убьем, деритесь, на похуй. Надо отойти. Пизда. Да у нас вайпер нулевый просто, вот и все. Чел за место кости Сашу Яшу пытается собрать. А, Heaven Helbert, блять, нихуя себе. Никита, не стартуй следующую. Вместе сыграем.
Если ты можешь ММ, конечно, играть. Хорош. Вот это полезный предмет. Но только тебе он нахуй не нужен. Он нужен был вайперу, блядь. Вон Дивойера, пойдем трахнем. Кровь льется, мать дерется. Он под себя его кинул, серьезно? Ну ты уебище ебаная, блядь. Опа. Курьер приехал, нихуя себе. Гигантскую нахуй. Ну-ка, что здесь, блядь, вообще есть? А я живой еще? Нет, я сдох. Нихуя она здоровая, смотри, блядь. Смотри, нахуй. Ну так непонятно, блядь. Она, ебать, здоровая. На ней котлеты, нахуй. Вот это все, это котлет. Распаковка, нахуй. Я как этот чел, который хуйней занимается всякой в интернете, блядь. Я такой же. Бля, она горячая, в пизду. Давай доиграем сначала. На ней, блядь, котлеты от бифштекса какие-то, нахуй. Сука, руки жирные теперь. Да, блядь, кого нахуй? Я кусок сожру, я охуею сейчас. Куда ты, нахуй? Пока. Ах ты пидор. А, осуждаю, блядь. Это я про себя, если что. Бля, мне надо башер срочно покупать, мне кажется. Понял, до свидания. Пизда. А сколько он раз умер, блядь? 4-5. Обоссал бы, блядь. Конечно, обоссал бы. Я бы не против был даже, кстати, на самом деле. Я зашел и отсосал, получается. Короче, ты в рейтинг не можешь со мной играть, я понял. Ну что теперь? Они пиццу назвали чизбургер, потому что засунули сверху, блядь, котлету одну нахуй на каждый кусок. Мужики, карту бы уплотнить вардами на нашей территории.
Бля, у меня типы кончились. Ну, понял. Бля, какая-то безвкусная, на самом деле. Мне надо башер и радик, я думаю. И тогда затащу. Ну добейте, блядь, добейте его нахуй! Охуеть. Вот единственного, кого может убить Вайпер, и то кое-как, блядь, это Дизраптор, нахуй. И чё мне, блядь, 6 лет ещё ждать, пока ты вырастешь, нахуй, чтобы с тобой по клубам ходить? Ну чё ты смеёшься, блядь? Ну ладно, 3 года, блядь, ещё. 3 года. Через 3 года мне 30 будет, блядь. Мне уже неинтересно будет, нахуй, с тобой по клубам ходить. Я уже буду по поликлиникам ходить и анализы сдавать. Так вот, блядь, вернём. Короче, я понял, нас выебали в рот, блядь. Нахуя я на него лечу, блядь, 13 уровнем? Неделю, ну. Ну ладно. Не, ну если ты приедешь, я по крайней мере 100% буду уверен, что ты будешь со мной спать, жить и так далее и тому подобное. Типа, тебе место, где отдохнуть, найдем 100%. По этому поводу я точно не переживаю. А вот насчет пить и все остальное, ну блин, ну ты школьник же, ебаный еще. Тебе к тому времени, когда тебе 18 исполнится, а мне 30, тебе уже нахуй это не надо будет, мне кажется. Чмо на вайпере, блядь, тебе репорт ебанул, нахуй, въебало летит, блядь, на конце игры, нахуй. Мне 13 секунд ульта надо Балнара бы ебнуть, на самом деле. Я не знаю, ну типа, ну, блядь. Вот этот уебан пикает мидера, блядь, на вайпере, нихуя не может сделать, и Клинкс такой же, блядь. Кора пикает и обосрался жидко, нахуй. Как выигрывать, я хуй знает. А саппорты зато красавчики у меня в команде, я считаю. А коры говно ебаное, блядь. На натуре два черта, блядь. Я даже, пацаны, не удивлюсь, нахуй, если они в пати будут. Это два уёбка ебаных. И киньте им по репорту просто в конце игры, блядь. Каждому я прошу вас. Я считаю, что они заслужили, на самом деле, по репорту в ебало. Ну, опа-опа, кто-то тут в инвизе бегает. Мне не хватит урона, чтобы его сбить просто. Почему на Клинзе не может алхимика пробить? Ауч.
А воху. Вот тут та пиццерия, в которой я пиццу заказал, это типа необычная пицца считается, а особенная, назовем это так. Типа она четырехэтажная, там все дела, то есть типа они там четыре слоя замутили, это типа, ну, пиздатый перформанс в нашем городе, скажем так. Вообще не впечатлило. Только потому, что она большая, блядь, и стоит 1500 за кусок пиццы, видимо, люди начали... Да в тур бы, значит, пойдем с тобой вместе тогда. Не стартуй, next. Значит, пойдем в турбо. Я не могу на башер накопить просто, потому что меня ебут. Надо было на Баланара делать, чтобы он, блядь, разъебал. Ну, минус сторона, что теперь? О, понимаю. Я не успел. Я тупо не успел. Они тут типа надобавляли сыров. Котлета куриная сверху. Ну, хуй знает. Судя по отзывам, я ждал, что меня это впечатлит. По факту это, блядь, 3 из 10. Объективно. Они пишут 4 слоя, а слоя пиццы это всего 2, блядь. Смотри, вот нижний слой и верхний, всего 2. Они, блядь, добавили в пиццу российский, этот, голландский. Ну, судя по вкусу. Но моцареллы я здесь не вижу, потому что они тают нихуя. У меня камера хуёво подает. Ну, типа, вот это белое пятно сверху под котлетой, вот здесь вот, да, вот куда пальцем показываю указательно. Это российский сыр. Он прям запекается всегда так. Чё-чё за кулинарию, блядь, я 100% знаю, что я говорю. Ну это типа... Съедобно. Но... Но не шедевр высшей кулинарии. Котлета хорошо пропеченная. Короче, я разочарован. Они еще листья салата для чего-то положили, блядь, на пиццу. Простые, пекинские капусты. Они ёбнутые. Или что?
Господи, какая хуйня. Киньте двум уебанным репорт вот этим. Да ты уебище лесное нахуй. Катку проебал. Два овоща не вывезли нихуя. А я виноват. Как обычно. Мне даже сморщику дали. Ха, долбоеб типнул меня. Осел на клинкзе, даже репорт норм кинуть не может. Типнул. Блять, ты только героев выбираешь. Все понятно. Ладно, пизду. На сегодня все. Всем спокойной ночи. Завтра.